Доброе утро, уважаемые петербуржцы. Нет, сегодня погода будет благоприятная. О погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Прелестное, солнечное, голубоглазое летнее и уже не прохладное питерское утро. И по традиции стихи. Игорь Трушин. Что ж ты, август, такой быстротечный? Задержись, одари чуть теплом. Ухмыльнулся с походкой беспечной. Скрылся к ночи за дальним холмом. Вот он какой, этот август. 15 градусов сейчас в Петербурге, а днем температура воздуха в Петербурге составит 18 градусов тепла. Атмосферное давление составляет 768 миллиметров ртутного столба, и днем будет меняться мало. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер северо-восточный, днем 3-6 метров в секунду. Голубое небо, светит солнце, и на небе практически нет облаков. А днем, конечно, появятся облака, но, тем не менее, в Петербурге днем осадков не ожидается. Ожидается солнце на протяжении всего дня. Конечно, что-нибудь на себя набросить стоит, совсем чуть-чуть. И насладиться очаровательной солнечной сегодняшней питерской погодой. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Думайте только о хорошем и до завтра. Пока!